Не уходи, постой. Подождите, нет, подождите. Hi everyone, Bob is in the house as always, and today we're gonna do something different. Actually, I just discovered that there is a Russian song, it's like a parody to Kanye West and Lil Pump's new song. I love it. I didn't do a reaction to it, so let me just quickly tell you my opinion on it. Even though Kanye West is one of my favorite artists, and you know, I like some Lil Pump's music, I just don't really care about the song. I like the chorus is a turnoff for me, to be honest. Like that repetition of "you're such a effing hoe," like I don't really dig it, to be honest. But the song is goofy, the beat is still nice, and but I'm interested like what the Russian guy is gonna do with this song, because like this Russian guys, I know them because I was born in Uzbekistan. It's a post USSR country. It's pretty much next to Russia, and we were growing up like watching Russian television. So I'm really curious what they're gonna do here. And also another reason that I wanted to react to this song, actually, I always wanted to talk, to do a video in Russian, at least one time. Like, I'm even more fluent in Russian than English, to be honest. Like, if you can notice, sometimes I have pauses, or like I cannot speak correctly. So let's switch to Russian language, and I really want to reach out to Russian speaking countries. They will see that there are people outside of USSR, like post USSR countries, that actually do care about Russian music. So let's go. Ну что ж, леди и джентльмены, это впервые я вообще говорю на русском языке на видео. Это вообще очень странно, странное ощущение, но очень кайфовое тоже, потому что я наконец-то могу побыстрее говорить, чем на английском, и это очень приятно. Да, вот я увидел, что Николай Басков и Филипп Киркоров сделали видео, это народные артисты России, получается, да, и вместе сделать такой прикол, такой трек. Я очень excited, хотел сказать на английском, но очень заинтересован, очень увлечен, так скажем. Давайте уже смотреть. Горю желанием. Сервис по бронированию отеля островок.ру. Укажи промокод Ибица и получи скидку. Ссылка в описании. Это же этот Саша Гудков. Раньше вы были мои любимые артисты, но сейчас вы оба скатились. Своим клипом вы опозорили всю Россию. Кстати, вот заметил, что они сделали такой же кадр, как в клипе, да, у Kanye West. И, скорее всего, они сейчас будут оба, ну, в этих, как бы, коробках, так скажем, да. Это очень странно, честно, вот сейчас видите. Я уехал из Ташкента в 2014 году, и вот уже 4 года, как, ну, по сути, не видел какие-то обновления по музыке Киркорова и Баскова. Это очень по-ностальгически сейчас будет смотреться, наверное, их видеть. Ну, я смотрел, конечно, Comedy Club здесь, вот, все равно передачи русские смотрю, но все же. Не уходи, постой. Подождите, нет, подождите. Фанатка. Подожди, подожди, надо посмотреть. Каюсь. Дизлайки. Киркоров. Ой, блин, нет, жак, просто невыносимо. Ой, блин. Ну, мне нравится, что, ну, все очень профессионально, все равно я вот заметил, что вот раньше я этого не ценил, когда был в Ташкенте, вот я думал, что, ну, российский шоу-бизнес, да, как бы намного слабее, чем американский, но вот, знаете, вот, глядя на, как русские делают клипы, ну, знаете, там есть как бы душа, да, как бы русские песни, там вот иногда вот сижу, ностальгирую, там даже слушаю песни, как «Любая береза», очень и тоскую там по России. Ну, даже если я не жил в России, я там бывал, правда, но, ну, все же, хочу сказать, что качество у российских
песен, да, вот как люди делают, довольно очень на высоком уровне тоже. Даже иногда даже выше, чем на американском, честно. И уходи, постой, фанатка. И что примечательно, у Баскова тоже есть аутотюн, да, как бы тоже эффекты присутствуют. Я не знал, что вообще в России, ну, как бы, знают про аутотюн или могут использовать, да, как бы. Ну, это, в принципе, не так тяжело сделать, но все же. Кому теперь мне петь шарманку? Не уходи, постой, и прости любых артистов. Мы хотим чувства, это все ради искусств. Жили мы в перчатку, вы совсем там оборзели. Надкал, козье семя на моё. Меня прикалывает задний фон, вот сейчас был, где вот йогурты, там, Активия, вот, ой, блин, как... Так хочу я эти йогурты сейчас покушать, попить. Там еще какие-то продукты были, которые я вот тоже... Там сгущенка вроде была. Ой, люблю я эти продукты. Слава богу, здесь тоже есть русские маркеты там, или арабские маркеты, в которых можно найти русские товары такие вот. Это спасает, конечно. Ой, фанатка, мы заслужили все дизлайки. Не уходи, постой. О. Да, мотив Ибицы похож на цвет настроения синий. Но наконец-то я слоятил сам себя. Не уходи. Ну, если честно, здесь у меня Киркорова, как бы, скажем, ну не флоу, но вообще Киркорова, блин, на английском хочется сказать, contribution, как бы, вклад, вот, вклад в песню, вот, уже вот не очень нравится, потому что он не попадает под бит. Да, и то, что он просто так что-то быстро сказал, я понимаю, что как бы хотелось выговориться, что-то у него там побаливает, наверное, в душе там. Ну, как бы, да, это что-то не вошло в бит. Я не касался писика зла, я не касался писика зла, я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. Что? Что происходит? Что это было? Что это было? Почему? 50-летний мужик говорит, я не трогал писю козла. Что это вообще такое? Я понимаю, там, наверное, они что-то, ну, ссылаются на какие-то вещи, я просто не в теме. Да, там, извинения за Ибицу. Я знаю, что они делали песню Ибицы, но я ее не слышал. Да, вот, может, они что-то сделали, и старушки... Ой, не старушки, ну, скажем, взрослые женщины. Вот они, я знаю, что они как бы недовольны поведением этих двух народных артистов, да, как бы, почему они себя так ведут, они же, ну, должны быть респектабельными мужчинами, да, как бы, примерами подражания, они так себя ведут, да, например, и это можно понять, особенно по этому видео, как бы, это, но все же, ну, как бы, касаясь писю козла, ну что это? И еще козла прибавили, когда он говорит эту херню, блин. Ну ладно, но в принципе смешно, все равно смешно, забавно. Говорите, что хотите, для меня вы умерли. Странно, что так смотрит. Я начал танцевать. Ну окей, нормально, заценили, вполне себе... юморной, смешной показ пародии. Это было нормально. Не скажем, что вау, но вполне пойдет. Это была моя реакция. Я вот думаю, может быть, мне побольше делать русские, ну, на русском языке видосы, потому что в принципе, мне очень нравится. Мне очень реально нравится, что я вот даже могу не резать, да, как бы, потому что я на английском, я запинаюсь, и потом мне нужно резать, да, например, и это как-то очень фигово. А вот здесь хотя бы, даже с промедлениями, но хотя бы я могу разговаривать, не прерываясь, и это очень мне нравится. У меня была идея сделать видео недавно, кстати, с русским плейлистом, что я слушаю, показать американцам тоже, да, как бы, ну, не только американцам, всему миру, потому что у меня есть, ну, как бы, demographics, там, статистика показывает, и есть люди, которые из других стран тоже смотрят, что очень интересно, даже если у меня канал, в принципе, маленький, да, вот, как вы можете сейчас увидеть,
тем не менее, мне очень нравится тот факт, что как бы люди со всех стран попадают на мои видосы, это очень круто. Да, в общем, русские эти песни есть и даже некоторые из 90-х, например, Hi-Fi, Не дано, или там Иван Дорн, да, из более, хотя бы более-менее современных, там Северное сияние, конечно, прям очень катило в то время, когда я там был в Ташкенте жил, и все песни, которые, ну, скажем так, до 2014 года были популярными, я их знаю. Дальше уже начинаются проблемы. Но, например, такие песни, как «Монатик выходной», да, например, что было уже 2 года назад, скажем, но они мне, ко мне не очень заходят. Но было бы прикольно, если бы вы могли посоветовать какие-нибудь песни, и вообще, если бы я делал побольше видео на русском, и если вы за, я очень с радостью буду это делать, и подпишитесь на канал, напишите в комментариях, что вы думаете об этой пародии, что вы думаете о моей идее, ну, сделать там плейлист русский, вообще сделать больше русских видосов, может, реакции на русские песни. И я буду тем самым в этой тусе русской тоже находиться более-менее, потому что я уже очень отстал. Это как вот люди, которые из 90-х приехали в Америку, вот, они так и живут, например, с этими старыми песнями, и как бы отстали. А я не хочу так, ну, таким быть. Я знаю, что я тоже вот превращаюсь в такого человека, который остался с этими русскими песнями, хоть я и делаю больше на американские, слушаю зарубежные треки, да, как бы я, так скажем, обновлен в этом плане, вот когда это касается американских песен, но не русских, потому что у меня нет доступа. И поэтому, если вы могли бы советовать, и я бы реакции делал, это было бы шикарно. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете об этом. И до новых встреч. До свидания. Увидимся.